Так, может быть, к ней заехать? Ну, я уже попрощался. Так, может быть... Ладно, распрощались так распрощались. Так, надо посмотреть, куда он ехал. Засада на другой дороге. Сюда может, да? Я сейчас посмотрю, как тут вообще. Ага, ясно. Так, что же делать? Что же делать? Ну-ка, может быть, сюда? Может быть, тут что-то изменилось? Нет, это все так же лежит. А вот на это приятно посмотреть. Я думаю, с него достаточно. Ладно, может быть, у него что-то спереть можно. Да, ладно, тут, да, ничего интересного нет, идемте. Я подумал, что он очухался. Идем отсюда. Что же мне делать? С одной стороны, в одну сторону не хочет ехать. А с другой стороны, засада. Я уже попрощался. Ой. Может быть, их сигналкой надо. Слушайте, так, стой, друган. А чё ты пёхан-то бегаешь-то? Ты же говорил, что... Когда-то пёхом, что пёхом не ходишь. А, ясно. Короче, иду на башню и отвлекаю ребят. Здорово, башня. Я до тебя дотронусь еще раз, если ты не против. Все. Слышишь, опа. Он опять возле башни с бензином. Задергался кусок дерьма. Возьмем сам. Его. Подразделение за мной. Подразделение, блин. Опа, смотрите, мотоцикл уже в другом месте. Бля, хитрец какой. Сам, короче, мотоцикл куда-то надо... Это сам поставил. Ля, тут смотрите, красная штука. Бен, как ты сел нам на хвост? А где твоя свита? Корли сделал небольшую остановку. У него слишком маленький мочевой пузырь, парень. Где Рибургер? Давненько я его не видел. Бен, что за дела? Что ты ищешь на дороге? Мы что, можем влипнуть? Нет. Мы уже влипли. Я засунул мою башку в корзину. Мой бак вполне затарен. Когда взорвет она мне шину, я буду только благодарен. Чувиха-байкер, что люблю я, а лучше рая в небесах. Ну, старик, ты мой. А теперь сделай что-нибудь хулиганское. Устрой засаду какую-нибудь. Ага, заговор разгорается.
Ты не должен был ржать надо мной на заседаниях совета, Малькольм. Ну и псих. Папа вас. Не делай проблемы. А что это там? Да это футляр. Иди сюда, я покажу. А, здесь фотоаппарат. Я займусь ей. Нет. Нестор о ней позаботится. У тебя назначена важная встреча с Корлиями. Хорошо. И не забудь сломать фотоаппарат. Да, да. А теперь, Малькольм, может, еще на дорожку? Корли? Корли? Бен! Мне кажется, Рибургер не мог ждать, пока я сам загнусь. Для него пришить человека, что сшибить муху. Рибургер так поступил с тобой. Да, он знал, что я умираю. Он знал, что мое завещание лишит его места. Он хочет захватить Корли Моторс, Бен. Продать все иностранцам, выгнать рабочих и начать делать микроавтобусы. Ты понял меня? Микроавтобусы. Ты должен отомстить за меня, Бен. Обещай, что уроишь его. Я обещаю. Я хочу, чтобы компанию возглавила моя дочь. У тебя есть дочь? Да, и она гений механики, Бен. Она починила свой первый карбюратор, когда ей было 4 года. Я называл ее Динамо в пеленках. Найди мою дочь, Бен. Найди, Марин. Марин? Рибургер опередил меня. Я надеюсь, что Марин продержится, пока я туда доберусь. Ага, пушка, я понимаю. Но почему он принес фотоаппарат? На кого же работает этот парень? Корли Моторс? Нестор, что за куча там шевелится? Не знаю, Рип, но мне кажется, это куча Болюс. Надо же. А, теперь я понимаю. Законченный неудачник. Это лачуга Мону, я не вижу лимузина. Может, я их там застану. А может быть и нет. Так, вот такие вот страсти у нас происходят. Похоже, что здесь кто-то в спешке рылся. Ничего не осталось, лишь осколки и этот разбитый фотоаппарат. Крышка открыта, пленки внутри нет. Мо говорила, что у нее нет фотоаппарата. Вот фото Мо и ее дяди Пита на норковом ранчо. Она сказала, что поедет туда на время, чтобы отсидеться. Вот туда-то мне, наверное, сейчас и надо. Так, может быть, ты зайдешь сюда? Так. Да, вот здесь вот была фотография. И сейчас посмотрим, что тут может быть. А чего может и не быть. Может быть, тут это самое, как у того мужика, лифт где-нибудь. Нет, тут вроде ничего нет. Ладно. Так, обломки. Похоже, что здесь кто-то в спешке рылся. Ничего не осталось, лишь осколки и этот разбитый фотоаппарат. Ясно. Да, слушайте, а как а... Её что, спёрли, что ли? Украли? На лимузине? Так, седай. Может быть, нам туда? Да, смотрите, мы теперь едем туда. Так, ну-ка. Дальнобойщик.
Так, давай-ка сюда, друган. Заходи. Эй, убийца! Что? Мокрое дело. Я тебя не сдам. Что еще? Ты разве не смотрел новости? Еще раз наша главная новость сегодня. Малькольм Корли, владелец Корли Моторс, был найден мертвым у стоянки на окраине города Мелонви. Очевидно, что действовал не новичок. Следы побоев в области головы и шеи. Жестоко и безжалостно. Полиция арестовала пользующуюся дурной славой банду рокеров, известную под именем Хорьки. Нет. За исключением их главаря, который все еще на свободе. Дорожные заграждения были расставлены вдоль Хайвея 9, чтобы предотвратить это опасное и жестокое преступление. Я так и знал. Проблемы с фараонами. Мне не надо было оставлять банду. Эй, я ничего не хочу слышать об этом. Не надо все это вешать на меня. Тебе бы исчезнуть, мужик. Офигеть. Вот, короче, подставили. Подставили нас. Ну-ка. Это кто такой? Муравей. Опасно с ножом играет. Что-то он не очень доволен. Ну, если я по пальцу не попал, короче. Ни разу. Ну-ка. Давай поболтаем. Похоже, ты давно этим увлекаешься. Похоже, ты давно этим увлекаешься. Это я о порезах и ссадинах. Я тебя расстроил? Так. Я могу попробовать? Я могу попробовать. Ничего не выйдет. Издалека подходим. Давай я тебе покажу, как это делается. Давай я покажу тебе, как это делается. Ничего не выйдет. Хорошо, ладно. Необщительный молодой человек. У входа твой тягач? У входа твой тягач. Подвези меня. Что, я похож на придурка? Ладно, забудь. Они никому не дают проехать через блокпост. Даже водителям грузовиков? Меня завернули. Сказали, можно только полиции. Свиньи. Послушай, мне надо ехать. Ничего не выйдет. Почему? Вы что, боитесь полицейских? Нет, просто ты мне не нравишься. А, ясно. Я не похож на убийцу. Я не похож на убийцу. Да, и я тоже. Не думаю, что от этого улучшится аппетит. Эй, Боб! Да, муравей? Я немножко потыкаю ножом в твой стол, ладно? Посетитель с ножом всегда прав. Да. Давай я покажу тебе, как это делается. Ничего не выйдет. Приятно было поболтать. Хорошие у вас здесь ребята. Муравей не тот парень, который перед всеми расшаркивается. А, я проковырял тебе дырку, Боб. Что-то он себе по руке много раз долбанул подряд. Ну-ка, может быть, вот так покажу? У него нож. Нож. Ну, ты первый его удар с ноги, например. У него нож. Ладно. Не в моем стиле. Так, может быть, вот так? Может, с тобой поговорить тоже? Не люблю колец в носу. Не надо ко мне цепляться. Да, цепляемся тут, понимаешь, за кольца. Послушай, Торчащий. Дай рассказать, что случилось. Говорю тебе, не хочу в это ввязываться. Касса. Она пустая, нет клиентов. Какой сразу догадывается, короче, да? Так, ну-ка. Монитор. У монитора нет ручек. Члены банды.
банды Харьки арестованы, но их главарь остается на свободе. Власти выпустили специальный бюллетень. Они взяли Харьков. А, хорошо, ладно. Может быть, у него, у этого муравья с тягачом что-то сделать? Этот тягач мой. Окей. Послушай, мне надо ехать. А что ты с тягачом разговариваешь? Послушай, мне надо ехать. Ты нормальный? Так, ну слушайте, может быть... Я вот не знаю, откуда мы приехали. Забыл точнее уже. Так, сюда мы не едем. Сюда. Ну-ка, давайте попробуем. Ага, вернулись. В смысле, ты куда поехал так далеко? Разворачивайся давай. Я вообще хотел прямо поехать. О, там уже полицейские, серьезные. Многовато вернулось на место преступления. Они скоро будут возвращаться по этой дороге. У меня идея. Быстрее. В смысле, какая идея? Поделись. Идеей-то поделись-то. А, может быть, реально что-то с тягачом сделать? Интересно. Так, давай, слезай с мотоцикла, залезай в дом. А, так, что у вас тут еще есть? Должен добраться до этого места, норкового ранчо дядюшки Пита. Я тоже должен ехать туда, но эти свиньи будут рыться как в навозе всю ночь. Как поэтично. Так, может, ему показать? Ты когда-нибудь слышала о норковом ранчо дядюшки Пита? Это... Я помню, она вроде зверофермы, выше по дороге. Вниз по Хайвею 9, а напротив дорога загорожена. Я частенько брал там дешевое норковое мясо и продавал его в школу на обеды. Классная работенка. Ой, какой предприимчивый мужчина. Фото, ну-ка, что за фото? Это твой питбуль? Ага. Нет, это фото моего чада. Еще фото, ну-ка. А это что? Это большая круглая фигура. Это я учился искусству. Слушайте, он, оказывается, творческий мужик. Это моя сестра. Ясно. Боюсь даже представить. Так, слушай, друган, может быть... Так, на самом деле ничего ему не получится. Что-то он не очень доволен. Давайте еще раз поговорим. Давай я покажу тебе, как это делается. Ничего не выйдет. Может Давай быть... Давай я покажу тебе, как это делается. Достанем его. Ничего не выйдет. Давай я покажу тебе, как это делается. Ничего не выйдет. Давай я покажу тебе, как это делается. Ничего не выйдет. Какой упер? Давай я покажу тебе, как это делается. Ничего не выйдет. Давай я покажу тебе, как это делается. Ничего не выйдет.
Не... Давай я покажу тебе, как это делается. Только если ты заткнешься. А, во! Вот! Ай! Ты слишком чувствительный. Ох, ни фиг. Чёрт. Нифига себе. Так это же быстро надо. Тихо. Ну-ка. Ой-ой-ой. Ладно, хорошо, я понял. Тут надо... Чёрт. Ай-ай-ай. Ай. Всю руку себе покосячил. Так. Чёрт. Ай. Я так без руки вообще останусь. Чёрт. Чёрт. А ты уверен, что хорошо им владеешь? Ты слишком чувствительный. Интересно. Я бы... я бы, на самом деле, спер бы нож у него. Приятно было поболтать. Ну ладно, попробовали. Надо что-то вот с этим делать. Стягачом.